Всем привет, друзья, это канал Мусалим. В работе у нас Kia Rio. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Где несколько кусков фибр лежит на полу. Задние арки голы. Это самые шумные места в автомобиле. Также крылья задние голы. Крышка багажника. Двери. Задние двери, видите, небольшой кусок фибры. Крыша. Крыша голый металл. Передние двери. Также небольшой кусок фибры. Верхняя часть. Вы слышите, как гремит металл. Пол более-менее виброизолит. По мнению владельца, у нас данная шумоизоляция штатная очень слабая. Видите, капот. Тоже голый металл. Сейчас готовим поверхности, приступаем клеить первый слой.